восстановление велосипеда «Спутник». Такая вот огромная звезда с огромной защитой. Настроили задний переключатель, поменяли все рубашки и тросики, поставили колодки тормозные, все настроили, отрегулировали. То есть, в принципе, наша работа была здесь только именно в настройке, регулировке и замене расходников. Велосипед интересный и необычный. То есть, вообще непонятно, спутник это или нет. Год выпуска 81-й. Такой вот алюминиевый переключатель. Все до блеска начищено. Все защиты. Звездочки в очень хорошем состоянии. Колеса, конечно, честно говоря, не очень. Обода, спицы. Все очень сильно уставшие. Мне понравилась вот такая вот монетка одинарная с креплением на вынос. Такого я еще пока не видел. Тоже пластмассовой какой-то фиксацией. Вот, ручки стоят очень низко. И ручки, видите, как загнуты в эту сторону. То есть, вот, похоже это на Star Chassis, на спутник, на турист. Возможно, какая-то редкая модель. Смотрите, какие интересные далеко выдвинутые дропауты на вилке. Такие мощные, усиленные. То есть, какой-то вариант спутника достаточно редкий. Здесь вот барашек. Крутилка. То есть, что это такое? Что именно за разновидность? Нам неизвестно. Главное, что он едет, все работает, ничего не люфтит. В целом, состояние достаточно бодрое, за исключением ободов и спиц. Ну и сидушка не оригинальная нам приехала.